В Минстрое Чувашии состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов на капитальный ремонт источников водоснабжения. Всего для муниципальных образований выделено 200 миллионов рублей. В Минстрое Чувашии состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов на капитальный ремонт источников водоснабжения. Всего для муниципальных образований выделено 200 миллионов рублей. Проблема водоснабжения в районах республики – одна из основных. Водонапорные башни отслужили свой век и срочно нуждаются в реконструкции. Правительство республики изыскало в бюджете средства на проведение этих важных работ. Минстрой Чувашии объявил о начале конкурсной процедуры на ремонт объектов. От административных сельских поселений – нужны сметы на проведение капремонта водонапорных башен и водозаборных скважин. Всего на конкурс было подано 274 заявки от 20 муниципальных образований на общую сумму 261 миллион рублей. Главный критерий – это в первую очередь износ источников водоснабжения. Значит, обязательным условием являлось, что источники водоснабжения должны быть оформлены в установленном порядке муниципальную собственность. Значит, и третий основной критерий – это наличие эксплуатирующей организации или, значит, протокол решения общего собрания населенного пункта о том, что после проведения капитального ремонта будет определена эксплуатирующая организация, и жители будут платить за поставленную воду. По итогам заседания конкурсной комиссии было отобрано 217 проектов. Планируется, что капитальный ремонт будет проведен до конца ноября этого года.